Сейчас пока идем дальше. То есть даблинг — это вокалисты поют в унисон, их много, то есть там, ну, тоже есть много настроек разных. То есть это в унисон, здесь не гармония, здесь просто как бы... Такие вот штуки, короче. То есть мы можем даже поставить, например, вот эту настройку, включить, и включить, например, настройку Harmony, и получим эффект хора. То есть, соответственно, у нас как бы на одном пресете висит сразу и Harmony, и даблинг, и ревер. Можем увеличить декей. И... Ну, как бы получается, что у нас 2 на 2 вокала уже 4, как бы это... больше, чем достаточно. Кто-то там говорил, что нельзя сделать эффект хора. Можно. Все можно. Главное знать, что крутить. Вот. Как бы вот так вот это можно обойти. Так, дабл я показал. Хардтюн. То есть, может, это кому-то будет полезно. Вот. Здесь тоже у нас меняется стиль. Вот. Shift. Поп, это конкретно вот эта вот настройка, которая... Ну, то есть это... которая подтягивает ноты резкие. Этот эффект чар, по-моему, он называется. И здесь можно настроить конкретно голос более мужской, то есть гендер такой, типа более низкий, или более высокий, или вообще вот такой вот будет голос, такой вот прикольный. А здесь, собственно говоря, его настройки. Тут есть робот, собственно говоря, точно так же он накручивается, как бы более низкий. И по нотам он строится, потому что вокал не меняется совершенно. То есть это такой... ну и тут далее дроны всякие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже, собственно говоря, это можно все настроить. Ну и трансдюсер. То есть здесь у нас... Так, это я отключу. Это нам не надо. Трансдюсер. Здесь у нас вот есть такие фильтры, как радио. Например, тут можно его больше драйва сделать, больше фильтр повесить, так далее. И здесь тоже есть очень важный параметр, потому что они бывают, что заводятся. Для этого мы входим сюда в меню, и здесь у нас есть гейн, чувствительность. Вот видите, чувствительность поднял, сразу пошла заводка.
То есть мы уменьшаем чувствительность, да, раз, роутинг, как у нас будет работать, выход, либо FX, gate threshold, это конкретно, то есть для того, чтобы он обрубал нам частоты, раз, два, три, четыре, то есть насколько будет сильный эффект он давать. И да, вот здесь вот в этом случае мы можем уже и чувствительность поднимать, да? Но gate threshold у нас есть. Раз, два, три, четыре, пять. Будем уменьшать gate threshold. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Раз, два, три. Ну, как бы вот такие вот штуки. Раз, два. Ну и, соответственно, вот таким вот образом мы можем настраивать его. А, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Оп. Что-то я тут сбил настройки уже. Раз, два. Вот гейн. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, то есть здесь вот надо быть внимательными с этими эффектами, потому что они используют вот такие вот всякие штуки. Раз, два, три. Эй, уай. Раз, два. Раз, два, три. Ну, то есть, соответственно, как бы тут надо накручивать и очень следить за этим. Вот. Это очень важно, это написано там у них везде, что вот именно конкретно в этом меню вот эти вот функции очень важны. То есть gate threshold, насколько он будет реагировать или не будет реагировать, насколько он будет сильно, чувствительность. Вот. Поэтому как-то так. Раз, два. Давайте еще раз попробуем. Ау! Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Чик-чик. Раз. Чек. Чик. Раз, два. Раз, два, три. Ну, то есть, как бы, вот так вот мы можем работать с эффектами. Ну, давайте, например, сохраним наш пресет. Я покажу, как это делать. Давайте, допустим, мы включим еще дабл. У нас будет включен на хите, да, на кнопочке. Вот нажимаем кнопку хит, оно работает. Вот. Это то, что зашумело, это у меня просто шнур плохой от колонок. А так вообще все в порядке. Тут. Вот, хорошо. Все, сохраняем этот пресет, допустим. Мне он понравился. Все хорошо, я его сохраняю. Нажимаем кнопку Store. У нас вылазит вот такое вот меню. Здесь мы можем удалить все эти буковки. И, допустим, что-нибудь написать. Вот крутилкой у нас меняются буковки. Стрелочками переходим дальше. Там пишем. А вот сюда, здесь вот сохранить куда. Вот, есть, например, у меня здесь empty slot. То есть пустой слот. Вот, ну, я хочу его сохранить сюда. Все, видите, мигает кнопочка Store, я ее нажимаю, все, у меня сохранен пресет. С таким образом вы можете создать свои пресеты совершенно беспроблемно, совершенно накрутить. Да, еще очень важный параметр микс. Вот здесь вот очень важно поставить настройки, какие вам нужны, особенно вот в этом параметре. Потому что когда я тестил это на профессиональном оборудовании, на пульт пришло сразу плюс 12 дБ, это очень много. Я понизил до минус 17, и все стало хорошо. То есть, собственно говоря, у нас здесь точно так же delay и reverb функции, насколько они сильны, можно выставить. И вот эти вот микрофоны, которые внешние, вот их настройка. 0 дБ это максимум. То есть, вот так вот, ну, как бы, выключаем их в ноль, и появляется off, то есть они отключены. Все. То есть headphone limit level, то есть это выход на наушники, насколько вам удобно, громко, не громко, то можете здесь регулировать. Ну, в общем-то, как бы и все. То есть спасибо за внимание. Пользуйтесь, наслаждайтесь. С вами был Дмитрий. Если что, меня можно найти ВКонтакте. Это видеообзор был специально для группы TC Helicom ВКонтакте про Voice Live Play. TC Helicom. Спасибо за внимание. До свидания. Все, удачи всем. Пока.